эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 32 года боли и скорби. В Сарове почтили память саровчан, погибших в Афганистане. Динамический баланс исполнителей. Воспитанница детской школы искусств стала лауреатом первой степени на международном конкурсе. Традиционные соревнования. На лыжной базе прошла «Лыжня России» и 42-й мемориал Музлукова. Далее расскажем обо всем подробно. 9 лет войны на территории чужой страны. Свыше 14 тысяч советских военнослужащих погибли в горах Афганистана. Около 6 тысяч наших солдат и офицеров скончались после окончания военных действий. Советский Союз вывел свои войска из Афганистана 15 февраля 1989 года. Эта дата стала днем памяти воинов-интернационалистов. В Сарове тоже почтили память ветеранов боевых действий. Вечная им память. И хочу всем афганцам сказать: «Виват, Шураве!» «Виват», — отвечает Константину Быкову, ветераны той страшной войны. Они пришли на митинг почтить память тех, кого уже нет с нами, и встретить 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Для подполковника запаса Владимира Толкова 15 февраля – особый день. 32-ю годовщину встречаем, да. Ну как я вот приехал в город, как уволился с вооруженных сил с 97-го года, так каждый год, вот, увы. Но это наша память, это никуда не вернешь. И, как говорится, она все равно болит. Мы помним фотографии, пролистываем. Но боль утраты не стирается с годами, и в памяти людей ей жить еще долго. 90 человек из Сарова участвовали в боевых действиях в Афганистане. Вернулись не все. Их имена увековечили на гранитной плите. Память о них хранит и подрастающее поколение. Валерия Черкова уже в 5-й раз участвует в проведении митинга. В течение 5 лет я являюсь ведущей данного митинга. Прихожу сюда, потому что память о войне, о любой, должна быть. А афганская война, она сложная война, спорная война. И поэтому о ней нужно помнить. И тем более она закончилась совсем недавно. Организовал митинг Департамент по делам молодежи и спорта и подведомственное учреждение Центр внешкольной работы. С проведением помогала Саровская дивизия. Сотрудники Росгвардии стояли на карауле. Ребята из военно-исторического клуба «Победитель» также традиционно участвуют в этом митинге каждый год. Сегодня был очень достаточно так немного в таких суровых погодных условиях, но тем более ребят выдержали, то есть и прочитали хорошо, и цветы возложили тоже. В общем, я считаю, что достаточно правильно. Хотя немножечко подмерзли. Но неважно. Важен сам момент. Дело в том, что мы должны как можно больше ребят привлекать вот к таким действиям. Регламент проведения мероприятия диктовали погодные условия. В связи с сильным снегопадом митинг длился не 30, а 15 минут. Зрителей практически не было. Всего к памятнику воинам-интернационалистам пришло около 30 человек. Погоня сначала на машинах, потом по лесу. Саровчанин, не остановившийся по требованию полицейских, решил скрыться от них среди деревьев. Все потому, что сел за руль пьяным, к тому же лишенный водительских прав. Но сотрудники госавтоинспекции догнали нарушителя. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. За период с 8 по 14 февраля сотрудники отдела ГИБДД составили 204 протокола об административных правонарушениях. На дорогах города произошло 10 ДТП с материальным ущербом. Также стражи правопорядка задержали двух водителей в состоянии алкогольного опьянения. Первый смирился с судьбой молча, а вот за вторым пришлось погоняться. Водитель автомашины «Лада Веста» не остановился на требования сотрудника полиции. Было организовано его преследование, и он на дороге, ведущей на озеро Протяжное, на автостоянке около нашей святыни, всем известный, был задержан, попытался скрыться сотрудник полиции в лесном массиве бегом, но сотрудниками полиции был задержан. Как позже выяснили сотрудники полиции, ранее мужчину уже привлекали за вождение в нетрезвом виде. Возможно, это и подтолкнуло его на отчаянные действия. Как бы то ни было, теперь водителю грозит уголовное преследование. На этой неделе особенно бдительным стоит быть родителям за рулем. Чтобы напомнить о правилах перевозки юных пассажиров, отдел ГИБДД запустил профилактическую операцию «Автокресло детям». Детей до 7-летнего возраста разрешено перевозить только в детских удерживающих устройствах. А детей с 7 до 11 лет включительно, то есть до 12-летнего возраста, на передних сиденьях только с использованием детского удерживающего устройства, а на задних сиденьях либо с использованием детских удерживающих устройств, либо с использованием других каких-то средств, приспособлений, которые позволили бы ребенка пристегнуть штатными ремнями безопасности. Обильный снегопад, который обрушился на город в конце минувшей недели, обошелся без серьезных последствий. В то же время сотрудники госавтоинспекции постоянно следят за тем, чтобы состояние дорог соответствовало всем ГОСТам. И при необходимости направляют коммунальным службам требования устранить глубокие колеи. Премьер-министр Михаил Мишустин упростил правила предоставления средств реабилитации для инвалидов.
Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получать их не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Для этого необходимо будет обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования. Такой же порядок предусмотрен для инвалидов, нуждающихся в услугах сурдоперевода. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На новом портале госуслуг появится голосовой помощник. Сервис будет работать с использованием технологии искусственного интеллекта. Обновления на портале произойдут в апреле, а уже до конца марта на новую версию переведут 20 сервисов. Летом изменится личный кабинет и главная страница. В Нижегородской области стартовал проект «Вам решать». Предложения жителей об улучшении качества жизни в населенных пунктах будут принимать до 15 марта. Всего предложено 8 категорий. «Наши дороги», «Наша память», «Наш двор», «Спорт для всех», «Все лучшее детям», «Общественное пространство», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива». В общей сложности на реализацию выбранных проектов выделили 730 миллионов рублей. С 16 марта за проект можно будет проголосовать на сайте «Вам решать». Жительниц Нижегородской области приглашают принять участие в 3-м международном фестивале народных художественных промыслов и ремесел руками женщины. В рамках фестиваля состоятся показы этномода, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов. С условиями участия в фестивале можно ознакомиться на официальном сайте проекта. 40 тысяч мутаций коронавируса зарегистрировали ученые с начала пандемии. Большинство из мутаций носят нейтральный характер и никак не отражаются ни на тяжести заболевания, ни на его заразности. Однако некоторые штаммы, британские, южноафриканские, периодически выявляемые во Вьетнаме, более заразны. Так, южноафриканский штамм коронавируса зафиксировали уже почти в 20 странах Европы. Эксперты отмечают, что основные мутации вируса SARS-CoV-2 сгруппированы в 7 видов, которые постепенно распространяются по различным странам. Между тем, в России третьи сутки фиксируют менее 15 тысяч новых заражений. Среднесуточный темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,35%. В Нижегородской области зафиксировали еще 431 случай заражения ковидом. В Сарове за сутки статистику пополнили 10 саровчан. Воспитанница детской школы искусств стала победительницей международного конкурса концертмейстеров «Маэстро». Диана Казакова представила на фестивале сентиментальный вальс Чайковского. Жюри оценивало взаимодействие концертмейстера с солистом, динамический баланс исполнителей, выразительность, артистизм и оригинальность исполнительской интерпретации. Подробности далее. В исполнении Дианы Казаковой и Олеси Логиновой сентиментальный вальс Чайковского завораживает и заставляет забыть о суете зимних будней. На языке музыки нам рассказывают историю человека, который возвращается в молодость, вспоминая бал, на котором он когда-то танцевал. Но это было давно, поэтому, едва успев начаться, порывистая мелодия вальса угасает, уступая место светлой грусти. Хорошо знакомого чувства, которое охватывает человека при мысли о беззаботной юности. Чистота эмоций и безукоризненность исполнения принесли Диане и Олесе Ивановне диплом лауреатов первой степени на международном конкурсе концертмейстеров «Маэстро» в Москве. По словам преподавателя детской школы искусств Валентины Горбуновой, другого исхода она и не ожидала. Сейчас время очень сильных детей, даже маленьких. Этот ребенок талантливый, в него можно вкладывать, с ним заниматься побольше, потруднее давать, и он разовьется. Концертмейстерскому делу в детской школе искусств учат с 5 класса. Это обязательная часть программы. Она развивает главное качество любого музыканта – умение слушать. Не только себя, но и партнеров по сцене. Как и в спорте, когда один член команды своими неумелыми действиями может похоронить игру, в музыке важна слаженность. Даже неискушенный слушатель сразу почувствует выбивающиеся ноты или плавающий ритм. Поэтому без такого предмета, как концертмейстерский класс, просто не обойтись. Они изучают его для того, чтобы научиться взаимодействовать с другим инструментом, научиться его слушать, выстраивать совместную динамику, совместное движение. Расширяет очень кругозор учащихся, и помогает им глубже понимать искусство музыки. Сейчас Диане Казаковой 13 лет. 10 из них связаны с детской школой искусств, куда еще совсем маленькой ее привели на курсы раннего эстетического развития. Немного повзрослев, девушка остановилась в выбранном музыкальном образовании, отдав предпочтение фортепиано. Диана признается, что общение с инструментом дарит ей бесценные чувства, с которыми не хочется расставаться. Она по-своему затягивает, то есть ты играешь, ты растворяешься в этой музыке, и ты как бы погружаешься в свой мир, и тебе это приносит очень много положительных эмоций. Два ставших уже традиционными для Сарова лыжных турнира в этом году провели в один день. 39-е соревнования «Лыжня России» и 42-й мемориал «Музрука» в условиях пандемии прошли с ограничениями.
Школьники состязались на своих стадионах. На лыжной базе за победу в лыжных гонках боролись сотрудники ядерного центра и воспитанники школы Олимпийского резерва. 9 лет соревнований, тренировок, сборов, и все равно каждый старт – это волнение. В этот раз воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Яна Сабитова ставила цель минимум улучшить свой результат прошлого года, максимум – победить. Внимание! На старт! Марш! Женщинам дали старт через несколько минут после мужчин. Спортсменки бежали 5 километров. Это один круг. На финиш Яна пришла четвертой. Результатом осталась довольна. Ощущения прекрасные, прекрасная атмосфера. Вообще с погодой очень повезло на тот момент, когда мы бежали. То есть не было такого снегопада, который идет сейчас. У мужчин нагрузка была в 3 раза больше – 15 километров. Трасса сложная. Только на одном круге спортсменам предстояло преодолеть 8 подъемов и 8 спусков. Не обошлось и без досадных падений. Что ж, так камень преткновения какой-то мостик сегодня. В этом году традиционные соревнования «Лыжня России» объединили с состязаниями в рамках мемориала имени Музрукова. 42-й турнир посвятили 75-летию образования ядерного центра и юбилею первого завода. От печи цеха 2118 сегодня был зажжен факел для того, чтобы зажечь огонь мемориала по нашей доброй традиции, которая проходит ежегодно, несмотря ни на какие катаклизмы погоды. Единственное, что обидно, это нет ведущих команд городов спортсменов «Росатома», которые вот все-таки в эти ограничения у нас не смогли приехать. В условиях ограничений состязания провели в новом формате. Ученики приняли участие в «Лыжне России» накануне, пробежав дистанции на школьных стадионах. На лыжной базе соревновались только сотрудники ядерного центра и воспитанники школы Олимпийского резерва. На старт вышло 70 ведущих спортсменов на трассы повышенной сложности. Из них 50 ориентировочно мужчин и 20 женщин. Итоги соревнований подводили по возрастным категориям, поэтому 4-е место в общем зачете стало для Яны Сабитовой золотой медалью в своей группе. Награды победителей и призеры забирали сами. В условиях пандемии награждение провели бесконтактным способом. А сразу после дали старт желающим сдать нормы ГТО. Мужчинам предстояло пробежать 5 километров, женщинам – 3. Заявки на сдачу нормативов подали 300 саровчан. Всего пара ложек меда в день укрепит ваш иммунитет и наполнит жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь. Полезен только натуральный, без химических усилителей вкуса и консервантов. Найти такой можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод в 4-м поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. Ну, у нас более 20 сортов меда. То есть, начиная с Краснодарского края, акация, каштан. И к северу Волгоградской области – и там клевер, черноклен и так далее. В Саров на медовую ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть как бы немножко направленность, там либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет как бы для суставов, простудные, либо для простудных заболеваний, там с прополисом. Мед – природный антиоксидант и помогает организму справиться с вредными микробами и бактериями. Это как нельзя актуально сейчас, в период разгула вирусов. Некоторые сорта меда, например, мед акации, считаются гипоаллергенными и подходят для детей, а также для диабетиков. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже чайные сборы алтайских трав. На покупку 3 килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. Ну, по телефону люди заказывают, также бабушки, дедушки, которые пожилые, которым сейчас проблемно куда-то ходить, либо просто по морозу неохота ходить. То есть мы производим доставочку. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать в Сарове с 15 до 19 февраля, включительно с 10 до 19 часов.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.